Нужно держать ухо востро. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Рад видеть, что у тебя заварил котелок, наконец. Хочешь заработать деньжат? Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман браншею. Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнем. Хорошо. Погоди, пока я их не отвлеку, а потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное, и оно стоит вашего внимания. Недавно в городе, да? Небось, рыбалкой интересуешься? Не пикаться, не толкаться, места полно. Ну, Бриньёльф, что на этот раз? Терпение, Браншей. Это редкая возможность. Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. Тоже. Она оказалась смесью воды и давленного корня Нирна. Ну, тогда мы недопоняли друг друга. Но теперь-то речь о настоящем. Чем... Так, я вижу... Убирайся от меня! Приходи завтра, если захочешь купить. Какая потеря времени. Мой муж Берси рано или поздно меня... Не надо было ждать. Он слишком много беспокоится. Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. А это тебе плата, как я и обещал. С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. Купи надежную броню. А, мою организацию преследуют неудачи. Но, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана, и сделана на отлично. Но можно заработать еще больше, если, конечно, не побоишься. Защити себя надежно. Ну хорошо, давай-ка проверим. Наша группа обретается в крысиной норе под рифтом. Есть там кабак, называется «Буйная фляга». Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты теста. Чем рисковать? Ладно, развлеку тебя еще чуть-чуть. Говори. Здесь так, Браншей, продают и покупают лучшее.